помолчи. Там миллион попыток сделать. Привет. Но давай надежно нельзя было. Тебе необходим мексиканский занос. Кстати, Мел сказал, что не будет донатить на Лёшу. Скорее всего, аниме или артасты Гами. Что думаешь и сколько возьмешь за полный просмотр? А где вообще... Ну, где вообще ему говорил... Что я там согласен, какие-то Алёш. То есть он говорит, не будет донатить на Лёшу. А я что, с ним обсуждал-то? Я что, соглашался? А, без понятия вообще, о чем речь, если честно. Блядь, Art of the Gummy, что за пиздец, блядь? Такое ощущение, что лучше аниме посмотреть. Блядь, я бы лучше аниме посмотрел, чем играл бы в этот Art of the Gummy. Серьезно, я бы лучше аниме какое-то посмотрел. Это вообще пиздец. Ну, типа, я мог согласиться играть в Art of the Gummy, только с условием, что я дропнуть могу моментально. Там, спустя час. Не, я не смогу играть в игру, которая там может быть какая-то, ну, слишком кринжевая для меня. Это ж игра типа, ну, получается, типа про меня, но это ж, понимаете, это ж не про меня, на самом деле. Там читов, фантазии какие-то. Очевидно, с того буду кринжевать, наверное, мне там... Я могу предположить, что мне это будет не нравиться там в большинстве случаев. То есть даже здесь какие-то моменты, где можно улыбнуться, но в целом мне не будет нравиться. Реально, лучше аниме смотреть, пиздец.